школе ребенку заказали сделать скворечник или домик для животных, кормушку одним словом. Что тут я сообразил? Ну, делать это я буду, конечно, я, не ребенок. Вот такое корыце. Такой вот заготовочка. Сюда вставляем бутылку, насыпаем семечек или еще что-то. Потом это все надо мне сейчас будет соединить. Бутылочка. Так, крыша. Крыша. Ну, чтобы на птичек не капали. Ну и, наверное, подвесить какую-то веревку. Или для хомяков грызунов. Посмотрим. Итак, осталось нам испытать нашу кормушку. Засыпать семечек. И вставить. Так, сейчас будем искать какое-то животное и экспериментировать, будут они кушать или нет.